Вот ты размещаешь эти ролики, а бабки оттуда идут. А вот наша пика. Хозяин закладывает. Это вторая серия Бубафонер 2. Причем сырыми дровами. Вот, видите? И даже он еще издевается. И сырые дрова. Все горит, горит в хлам. Вон, вот это столько золы, это за 3 недели. Ага. Осталось. Много. Много. За 3 недели? Так я же говорю. Очень много. Что, должно меньше быть? Должно быть меньше. Ну, это вообще за... не должно. Не, ну быть. Это я этот и. Длина трубы у нас сколько тут? 6 это точно. И плюс еще метр как минимум, да, наверху? Ну да. Метров вот. 6-7, да. Да, 7. Так что разница. Ну тут в давлении если это с этими дубом топлю, то офигенно. Вообще золы нет. Ага. А если топлю этим. Ясенем или этим ну он такой гниловатый, вот, то он вообще да хрезовый. А где ты кедры у нас берешь, а? Вопрос. Где? В лесу я беру. Лесу. Так вот пересыпаю, видишь, смотри, вот этим шлаком, знаешь, что эти? Стружками. Нет. А это грибы что-то? Выращивают. Ага. Наш грибник этот. А. Ну так вот пересыпаю, вот не более ага. Этим. И горит в добрый путь. Ну, вообще, ты приспособился тут очень четко. Да. Все, круто, технологично. Так там что, семечки какие-то? Ну, это ж этот, как его, ну, вот эту херню все знают. Ну, ну. Ну, вот херня вот сюда и идет. Понятно. Безотходное ну, производство. Чуть-чуть. А, фигня еще в чем была. Надо, если хотите так этим, как его, ДСП, то лучше ДСП оставлять наверху. Ну, где-то в середину закладки делать. На низ не стоит ее ставить. Потому что, ну, она там тлеет как бы. А на низ рекомендую хорошие сухие дрова кидать. Вот, тогда вообще бомба. Горит как не в себе. Вот так вот. Ну, таким вот нифером сверху. Ну, в общем, интересно все. И потом чем поливать? Водой? Да. Таким вот образом, раз. И вот таким. Кстати, поршень был сделан из тормозного диска. Ну, а это... Лепестки из трубы. Напиленная сотки, труба, да. Да. Короче, гнет от температуры. Это я их уже выравнивал. Понятно. Это я уже выравнивал. Горит бодро. Так, свет. Что тут свет у меня погорел в подвале. Ну ты решил 12 вольтовый провести. Я пока ничего не решил, просто надо проводку новую кинуть. Угу. Ну а времени. Ну вот, аппарат снаряженный уже получается. Все, вот эта топка. Через что мы поставляем огонь. Ух ты, ух ты. Ух ты. Не, ну тут все высокотехнологичное, смотри. Вот так вот еще закрываем. Раз поддув и два. Ну, чтобы обратной тяги не произошло. Угу. Ну и вот таким вот поджигом поджигается. Естественно, 3-40 секунд и там что-то начало тлеть, начало гореть. Ну, да. Конечно. Там ты добавить настойки боярышника. Настойки боярышника, он сейчас все травятся от них. Процесс пойдет веселее. Ну да, в принципе на рожжах найдет. Что? Настойка боярышника. Не, ну как сейчас он там все побавили. Тут же эффект верхнего горения, а не нижнего. Ну да. А тут на боярышника может полыхнуть же и вниз пойти. Ну, но оно не надо. Не знаю. Нам же надо, чтобы... Полагаешь вовнутрь все-таки?
Чего горишь-то? Предлагаешь принять вовнутрь? Я вообще не предлагаю по этому поводу. Самое главное сделать чуть трение. Понятно. И... Ну, вот так практически в режиме реального времени. 5 минут 30 секунд прошло, грубо говоря. Печка уже горит у нас. Тяга пошла. Сейчас тяга пошла. Вот я показываю. Все заработало. Звук слышишь? Да, тяжно. Вот, уже печка заработала. За 5 минут 30 секунд это мы забили печку. Топливом полную закладку. Сырым. Сырым. Зажгли, уже все загорелось. Вот, тихо, послушаем. Сейчас походу еще. Только начинает вот она. Ну ничего. Сжигается. 6 минут и печка пошла. Вот так. Это вторая часть. У нас бубафоня номер. Все там горит, трещит. Все, процесс пошел. Сырые дрова, видишь. Ну ничего страшного. Сухих нет. Вот. Скоро тут будет тепляк. Опять же. Третья серия, бубафоня 3. Да, вот тут такой гад. Отапливать будем. Ну вот она, печка в разгаре, так сказать. Вот, все работает.